Проблема геноцида для нас очень тонкая тема. В 2015 году, когда отмечалось столетие здесь, в церквах, мы впервые совершили молитву за упокой погибших. Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования. Он выразил свою печаль, что на этих землях невинные люди потеряли жизни за невинных армян. Это был первый и большой шаг. И также в самом известном районе города, на площади района Таксим, люди сделали демонстрацию на тему 2015 года. Все книги на тему геноцида свободно печатаются и продаются. Это все признаки развития. Проблема заключается в самом слове «геноцид». И мы, жители Стамбула, хорошо понимаем, что государство интересует юридическая сторона этого слова. Например, слово «мецьегерн» у них не вызывает беспокойства. И мы тоже употребляем именно это слово «мецьегерн». Мы не можем отвергать события 2015 года. Никакой патриарх, никакой святейший не может отрицать. Но мы на такой тонкой почве находимся, и так как мы будем выражаться, имеет очень важное значение. Патриарх Месроп старался находить более удобные формулировки, и тогда, когда он должен был выступать по этому вопросу, он работал коллективно. То есть на каждое предложение, в том числе на каждое слово, обращалось внимание. А святейший Арам немного с этой точки зрения других не спрашивал, не принес это в церковный совет, то есть с чем он должен был потом публично выступать, взял на себя самостоятельно ответственность за свои высказывания и сам навлек беду на свою голову. Поэтому и патриарх Месроп не мог использовать это слово также. И святейший Арам также не мог. И новый патриарх, который будет избран, также не может употреблять его. И не из страха, но чтобы быть мудрым и политкорректным, чтобы сохранить свою паству. Потому что, в конце концов, мы живем в стране с 82 миллионами людей, и разные люди есть. Поэтому не нужно, чтобы лидеры этой общины совершали действия, могущие навлечь опасность на свою паству. С армянской точки зрения мы совершаем большое служение армянству. Мы проживаем на своей исторической земле. У нас 33 церкви, 16 школ, 3 ежедневные газеты, 3000 учеников у нас. В диаспоре, ни в России, ни во Франции, ни в Америке вы не найдете подобного изобилия. И что ради нескольких слов, чтобы доставить удовольствие нескольким людям, мы должны ставить под удар это изобилие, это сокровище? Мы должны это беречь. Мы можем сохранить это единственным способом быть верными гражданами своей страны. В Стамбуле, где армяне составляют одну из крупнейших этнических общин, поминальная служба прошла в нескольких армянских соборах. Впервые на такое мероприятие отправило своего представителя турецкое руководство. В церемонии принял участие министр по делам ЕС Волкан Бозкыр. Для нас эта дата важна как День мира. Каждый должен извлечь урок из этой скорби и не повторять тех же ошибок. Для этой земли, колыбели цивилизации, это особенно важно. Мы хотим показать всему миру, какой цивилизации мы принадлежим. В
последние годы Анкара пошла на некоторое смягчение своей позиции относительно трагедии 1915 года. Сегодня я здесь, потому что я просто хочу выразить свою скорбь, свои соболезнования. Мы все разделяем эту боль. Мои предки погибли здесь, и эту боль мы несем с собой. Если взглянуть на сегодняшний день, то и в Турции, и во всем мире должны знать о страданиях армян. К этому должны относиться правильно. Никто не должен использовать эту трагедию в собственных целях. В таких условиях обе стороны надеются на окончательное преодоление разногласий и вражды. Как сообщает наш корреспондент Бора Байрактар, поминальная служба состоялась в церкви Святой Богородицы в стамбульском районе Кумкапы. Впервые в истории службу посетил турецкий министр. Этим шагом Анкара хочет усилить свои позиции и продемонстрировать, что проблем во взаимоотношениях с армянами нет, а скорбь разделяют оба народа. Бора Байрактар, Euronews, Стамбул. Halkımızın acısının ve ecdadımızın kutsal anısının bazı ülkelerce gündelik politik amaçlara alet edildiğini görmek ise bizi üzmektedir. 10 yıllardır bu konunun parlamentoların gündemine taşınmasının yarattığı gerginlikler iki halkın yakınlaşmasına hizmet etmemektedir. Tersine hasmane duyguları kışkırtarak barışmanın gecikmesine yol açmaktadır. Öncelikle dostluk ve samimiyet köprüleri kurulmalıdır. Üçüncü taraf ülkelerin işte bu yönde teşvik edici bir katkı sunması arzulanmaktadır. Ve geleneklerinde var olan komşuluk bağlarının Türkiye ve Ermenistan resmi makamları arasında da canlanmasını ümitle bekleyenlerden olmayı tercih ediyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem başbakan hem de cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu vesileyle mesajlar yayınlayan yegane devlet büyüğü oldu. Tanrı'nın melekleri önünde büyük bir şölen olur, büyük bir sevinç olur. Niçin? Niçin melekler bu kadar önemli? Bizim kurtuluşumuzu niçin bu kadar önemsiyorlar? Niçin İsa'nın doğuşunda melekler var? Çünkü bizim kurtuluşumuz olmadan onların kurtuluşu eksik. Mutluluk hep birlikte paylaşılacak bir şeydir. Paylaşıldıkça çoğalacak bir şeydir. Onun için sevgili kardeşim, Tanrı'yla barış. O yüreğindeki... Megan Kamp, Zes Asumen Vetevela. Hay Martu Kerpare Hetevelde. Zah Zerkin, Asa Zasunç, Asa Zerkin, Polimiyot Kalaşnikov. Ayse Merkerpare. Niçev Verç. Peki, Kırvenko Aprenk, Ayskana. Şuna Galoçin, Patiyona.